activated. Здесь тоже нет штурмовиков. Видимо, ушли на поиски гробницы. Это хорошо, но в пещерах их будет полно. Сделаю, что смогу, чтобы отследить их. Есть в этом что-то странное. Империя не сдает позиции. Знаю. Согласна с тобой. Будьте начеку, ладно? Ты тоже. Нам сюда? Ну ладно. После всех наших прошлых безумий? Еще бы! Последний!
Нашел что-нибудь? Его погубил обвал. Имперские раскопки делают туннели нестабильными. Не могу открыть.
или ваша? Тебе придется иметь дело со мной. Держать его на расстоянии. Мне это не нравится. Убью его! Стреляю по врагу! Я покончу с тобой, джедай! Он хорошо подготовлен! Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зефа. И я подумал, что внутри будут их же вещи. Адаптер? Да, ты прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. Давай тебя подлатаем. Ну и как? Хочешь испытать? Thank you.
это было?
Эй, Биди! Эй, Биди, что это? Есть! Давай-ка посмотрим. Скорее бы они выросли. Откуда ты взялся? Твори свою магию, беги. Эй, беги, посмотри тут. Что там, беги? С этим, беги. Теперь лодыжка издает этот странный... Вот так. Долго мы не протянем. Эй. Держим дистанцию и ведем огонь. Да, хорошо. Сюда, скорее! Я не хочу умирать здесь! Заперто. Что скажешь? Не беспокойтесь о пропавшем артефакте. Я займусь этим лично. Знаешь шутки, Биди? Не знаю. А что? Ха, классика.
внутри же должны быть какие-то сведения о раскопках, да? Всегда остаешься оптимистом. С этими скунгасами. В следующий раз я могу и не спасти тебя. Да никто меня не спасал, ясно? Ты мне только помешал. Ладно, ладно, я просто пошутил. Хватит, это не смешно. Приближается противник! Погнали! Я, ты не уйдешь отсюда живым! Иди, нам нужно попасть туда. Инквизиторы? Возможно, но мы далеко от Браки. Они могут решить, что хватит и штурмовиков-охотников. Или они намеренно тянут время. Будь начеку. Гробницы не видно? Нет, и имперцы намного усилили охрану. Будь осторожен. Береги его, беди. Мы продолжим поиски.
Жители деревни поставили памятник в честь клонов Венатора. Если бы они только знали правду. Видишь, у нас есть и другие заботы помимо Империи. Эй, Биди. Эй, Грис, ты занят? Ну, вообще, смотрел. Хотя нет, я не занят. Я никогда не занят. Ну, так тебе что-то нужно? Я стою рядом с двумя разбитыми кораблями. Похоже, ты не единственный пилот, которого потрепало здешним ветром. Постой, постой, ты только сейчас это понял? Ты вообще с нами был? Я лучший из лучших. Ага, хорошо. Я просто хотел сказать спасибо. Знаешь, не за что, парень. Ну, это, мне пора. Дела ждут. Так, в общем, пока.
Наши войска нанесли тяжелый урон дредноуту сепаратистов. К сожалению, наш корабль пострадал не меньше. Несмотря на это, я хотел бы довести дело до конца вместе с вами. Вы знаете, отказываться от битвы не в моих правилах. Хочешь проверить? Посмотрим, что ты нашел. Иди.
отказываю. Тут нужен твой разряд, иди. Поможешь мне, Биди? Спасибо за помощь.
Место отлично веди. Не отставай! Иди, здесь нужен разряд. Командир. Где? Где Марсеф? Где мой падаван? Мои люди обыскивают место крушения. Мы его найдем. Есть сообщение. Возможно, от отряда. Подождите, это от верховного канцлера. Идем дальше, Биди.